Сегодня в администрации Серпухова по поручению главы Дмитрия Жарикова вручили ключи от новых квартир трем семьям, которые проживают в аварийном жилье. В Серпухове при поддержке губернатора Московской области Воробьева Андрея Юрьевича вот уже несколько лет реализуется программа по переселению ветхого и аварийного жилья. Я очень рада, что сегодня еще три семьи получили ключи от новых квартир. Я искренне им желаю счастья и достатка в новом доме. Ольга Андреева не скрывает искренней радости, ведь впереди у нее новоселье. Из дома 1924 года постройки она переезжает в двухкомнатную квартиру на улице 65 лет Победы. Я очень довольна и очень рада этому событию, конечно. Огромное спасибо горосполкому, нашим руководителям. Все очень хорошо. Напомним, с начала года в Серпухове новоселье отметили уже 7 семей. Еще 3 получили ключи сегодня. Их новые квартиры расположены в микрорайоне имени Нагина и в Ивановских двориках. В 2018-м жилищные условия улучшили 33 семьи из Серпухова.